я в журнале там читал про девочку, у меня тоже мой список, там все вас городка, но я, к сожалению, фамилию сейчас не вспомню. Когда-то Татьяну Снежину там. Борис Богатов. Юрий Магомедов. Да. Безусловно. Знаете, мне кажется, надо начинать проект повыше. Коммерческая литература в России очень-очень-очень тяжелые времена воспринимает. У нас не будет ничего продаваться. Делайте вчера, чтобы обсуждались какие-то темы. Но... Ну, наверное, это должно идти, наверное, со школьной скамьи, я думаю. Вот у меня ребенок учится во втором классе, поэтому... Мне кажется, вот надо с такого возраста начинать. Я думаю, можно поставить мнение. Бесплатные какие-то библиотеки, чтобы брали и читали. Почему нет, поставить книжные полочки, там, сидят, например, подошел, взял, почитал. Мне очень скучно сейчас, я бы взял, почитал. Возможно, побольше статей быть как-то в газете, в журналах, в интернете. В школе, во-первых, должны рассказывать об этом на уроке. Ну, вот, даже начинать. Маленькая. А там уже... Не знаю, это должно освещаться как-то в интернете, в СМИ. Библиотеки, издательства. Главное, чтобы инициатива шла от самих авторов, мне кажется.